Горбуша – рыба относительно недорогая, но приготовленная по этому рецепту, она не уступает по вкусу более дорогим видам рыбы. Интересный маринад делает рыбу нежной и очень сочной. Маринад очень удачно подходит ко всем видам красной рыбы, поэтому рекомендую ничего не менять и не дополнять, получится очень вкусно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Рыбу промойте и обсушите. 2. Смешайте лимонный сок, горчицу, мед, соль и перец. 3. Залейте рыбу маринадом и оставьте на 2 часа, периодически переворачивая. 4. Выложите рыбу в жаропрочную форму. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Продукты и их количество. Далее. Горбуша 400 грамм. Чеснок 2 зубчика. Лимонный сок 3 столовые ложки. Мед 3 столовые ложки. Горчица 3 столовые ложки. Соль 1/8 часть чайных ложки. Перец чили 1/8 часть чайных ложки. Перец черный молотый 3 щепотки. Петрушка 1 пучок. Количество порций 2. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем приятного аппетита, жду вас снова.